Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Анна, проект Faberlic Online, и это мой, но не мой заказ. В общем, это то, что практически у меня только заказали. Так, давайте же с вами смотреть. Тут еще карточек «Твой бонус» очень много. Каталог закончился, карточки пришли еще в пятницу, но вот снимаю я в понедельник, первый день каталога. Не знаю, когда видео выйдет. Ну, первое, что мне удалось послушать, это такую вот новинку. Она называется «Артефакт», 100 мл, туалетная вода для мужчин, артикул 3252, полноценная версия, и пробник аромата, который у меня сейчас в руке, идет 34192 артикул, да, кто любит пробовать сначала, прежде чем заказывать полноценную версию. Что у нас тут идет? Во-первых, это аквафтические ноты. Я его уже попробовала, все. Очень, кстати, красивый такой пробничек. Во-первых, аквафтические ноты, да. Минеральный аккорд. Ну, я это не совсем понимаю, но да. Белое дерево, да. Дальше, что тут еще идет? Это пятигрейн и ананас. Получается, шлейф уже затягивает белое дерево, стиракс и ветивер. И становится твоим компасом, помогает достичь цели. Это ладно. Все, да, компасы, не компасы, все это ладно. Смотрите, значит, у нас что получается. Этот аромат свежий, праздничный, прикольный. Мне очень понравился, прям безумно понравился. Очень вкусный, очень клевый, очень классный. Прямо один в один. Я такое обожаю. Аквафтику, свежесть, никакой тут сластинки нет. Легкая есть, но больше всего, конечно же, свежесть, что-то немного морское. В общем, очень-очень вкусно, прям нереально вкусно. Так, дальше я заказала ребенку брюки из джинсовой ткани для девочки, цвет розовый, в размере 152. Очень они мне нравятся, поэтому, ну, сейчас увидите. Так, дальше я заказала себе водолазку женскую, артикул 800-070. Это было по распродаже, и мне хотелось что-нибудь себе, какую-нибудь такую водолазочку, знаете, в поезд, еще куда-то, но хотелось какую-то цветную. Что-то у меня все черно-белое, жизнь какая-то черно-белая. В общем, захотелось что-то такое цветное, клевое, классное, яркое. В принципе, я угадала. Ткань хорошая, все замечательно, все великолепно, размер 52. В общем, спасибо компании за постоянные скидки. Так, дальше, значит, заказ на 15 800 рублей уже с моей скидкой, с 26%. Чек тут немножко пострадал, но это я его порвала, не компания. В общем-то, да, то есть вот такой вот. Кому нужно, интересно, пожалуйста. А то часто ругают, что не показываю. В общем, ну, извиняюсь за то, что драный. Вот таким образом. Баллов 173. Так, дальше побежали. Каталог наш новый с подарками, патчи в подарок. Обалденно, просто здорово. Всю эту линейку, все новинки я уже перепробовала. Могу сказать смело, заказывайте, пробуйте. Очень классная, гипоаллергенная. Далее пошли у нас купоны. Во-первых, моя любимая парфюмерная вода Бесси. Одна, наверное, из самых теперь любимейших. Очень много у меня заказов в этот раз. Так, значит, у Бесси это нежная невесомость, 62-10, по-другому не назову, нежная цветочная невесомость, аромат не яркий, в глаза не кидается, идет 50 мл. Дальше Шанти. Как только мои девчонки узнали, что Шанти есть снова в наличии, вот, пожалуйста, каждая по 2, по 3, сколько штук. В общем, набрали целую кучу. Это все по купонам. У меня было, по-моему, 11 купонов со скидкой 50-60%. Так, дорогая Шанти, где же у тебя артикул? А вот, 30-79. Очень вкусная вода. Напоминает, знаете, Always Today Tomorrow от Avon. Напоминает, только еще вкуснее. Ну, но для меня еще вкуснее. То есть, клевые такие искристые нотки у него и весьма стойкая. Далее побежали. Значит, это листовой стиральный порошок. У меня он практически закончился. Мы едем в дорогу, берем с собой. Одна пачка у меня есть. И вот еще вторую берем. То есть мы его откроем, этот порошочек, объединим одну в две. И получится здорово и великолепно. Мало ли что, где-то что-то я... Так, как же ты открываешься? Мало ли где-то что-то постирать, еще что-то. У меня есть с собой листочки, у Катюшки есть с собой листочки, да, то есть очень удобно. То есть вот так вот мы открываем. Главное не порвать, мне коробка нужна в этот раз, целенькая. Вот так, ага. И вот такие вот порошочки, их можно сразу класть в барабан. Согнули, он растворяется, мы уже это пробовали в дороге в Таджикистане, в отеле мы уже там мелочь всякую стирали, что-то сдавали, что-то сами стирали, в общем, все нам понравилось. Артикул 308-43 хорошо стирает, и в дорогу с собой брать, ничего нигде не сыплется, в общем, все здорово. Так, дальше, это тоже по распродаже, по купончикам, двое разных теней, вот эти прям мои самые-самые любимые.
просто наивеликолепнейший. У меня с ним снято много макияжей. 57-39 артикул. А эти не чисто матовые, а с блесками. Вот, но они тоже подходят и для век, и для бровей. Артикул у них 66-65. Тоже очень понравилась. Искристая, клевая, классная такая. Но в меру. У нее такой блеск в меру. Дальше 50% было у меня скидки на новый парфюм. Конечно же, я взяла Софа. Почему? Потому что она мне больше всех понравилась. Самая нежная. 33-42 артикул. Дальше обязательно набрала себе. Вот они еще, да, как вы видите. Обязательно набрала себе парфюмов для стирки в гранулах. Вкуснятина еще та. 308-45. Значит, взяла два таких. Так, там уже дно, да? Взяла два таких. Это солнечный аромат. Взяла аромат свежей сладкой травки. Артикул 308-46. Также взяла вот такую красоту. Парфюм для стирки в гранулах 308-47. Berry Energy. Это ягодная энергия. Тоже очень вкусно. Прям понравились. Прям вот зачет. Вот с превеликим удовольствием. Далее биогель для стирки 3 в 1. Биоформула против пятен для жесткой воды. Артикул 109-20 с ароматом цветочного микса. 100 лет его не заказывала, но он такой, я бы вам сказала, полугустой. Такой у него интересный цвет, оттенок. В общем-то, увидим, в общем-то, посмотрим. Дальше порошок для белого. К сожалению, у нас нету порошка для белого. Все закончилось, мы уезжаем. У меня тут хозяюшка по дому будет все прибирать. Артикул 320-30020. То есть такой вот интересный артикул. Две пачки взяла. Так, дальше для цветного. Тоже на сайте не было. Взяла одну пачку для подстраховки, но для цветного появился. Я взяла еще 10 штучек геля. Все-таки гелем нам удобнее. 30021 артикул. Но и этот тоже ничем не уступает. Он тоже клевый и классный. Дальше, это у меня по купонам. Это не мне. Это у меня заказали девчонки. Во-первых, это ночной крем для лица, лифтинг и восстановление. 0652 Vanvic Miracle. Он идет 35+. Результат за неделю. Действительно, все так и есть. Дальше идет дневной крем для лица, омоложение и защита с SPF 15. Яркий, очень приятный аромат у него. 0650 тоже очень нравится. Ну, я частенько, да, макияжные говорилки для вас снимаю, поэтому там они у меня все мелькают. Дальше с артикулом 0654 мы взяли лифтинг-маску с антивозрастным комплексом Vanvic Miracle. Тоже здорово. Так, дальше в этой кучке у нас есть вот такая красота. Это идет кислородная пена для комфортного бритья с артикулом 0520. Очень нравится. Мы ее взбалтываем и вот таким образом наводим. Пена клевая, классная, поэтому я так тут поставлю. Поэтому я частенько заказываю Вике в ванну баловаться. Дальше. Артикул 8248. Маска-восполнитель кератина для поврежденных волос. Это тоже не мне, но по моему совету. Одному очень хорошему человеку маска действительно хорошо восстанавливает. У меня есть туши закрытые, но уж эта тушь мне уж очень понравилась. Поэтому пока были скидки, я взяла их две штуки. Возьму с собой на форум обязательно в Москву, потому что ресницы я не стала наращивать и не хочу их больше наращивать. И эта тушь одна из самых достойнейших вообще, какая может быть сейчас в компании Faberlic. Это строго говоря, потому что она быстро удлиняет, быстро делает объем, она вообще не осыпается. Если она начинает осыпаться, то часов через 10-12 только, и то 1-2, там где-то 1-2 точечки. Она не размазывается, она не делает панду, даже если ты вспотел. В общем, эта тушь, она не водостойкая, но такое ощущение сложилось, что влагостойкая. В общем, артикул 55-378 на данный момент для меня самая лучшая тушь, next level. Я беру с собой две на Москву и еще кое-куда мы после Москвы полетим. Еще взяла я вот такой вот биокапсулы для посудомоечной машины. Одну упаковочку, 20 штук, очень удобно. Много что будут мыть. И эту штучку у вытяжки, все противни. То есть, ну, когда я уезжаю, бывает генералька. Поэтому я на всякий случай целую большую пачку взяла, чтобы уж хватило все-все-все промыть. Некоторые по два раза запускаем и так далее. Так, дальше. Вот такой вот порошочек с такой вот мерной ложечкой. Очень классной, да, биоразлагаемой. Ложечка, как вы видите, с делениями. Тут есть 60 грамм, 40 грамм, 30 грамм. Дозируй правильно. Это у нас стиральный порошок для белых и цветных тканей. Я такой еще взяла для белого. То есть два таких. И это стиральный порошок для цветных тканей. Я взяла побольше всего, потому что надо будет шторы снимать, стирать. Ну, в общем, все как обычно. Для деликатных тканей, для тюли у меня есть. Для черного у меня есть. То есть у меня все есть. У меня не было только вот порошка для белого вообще. И на складе, на сайте его нету. Это я беру с собой в дорогу.
обязательно пихтовита, клеточный сок пихты сибирской. Нужно пить по 10 капель на голодный желудок один раз в день. Но я пью в поездках, еще где-то, где сильно нарушаются циркадные ритмы, где надо выступать, где я переживаю, где я что-то организовываю. Я все-таки беру 157, вот 35 артикул с собой побольше. И мужу, и себе, и старшей дочке накапываю побольше. Для того, чтобы психика выдержала. Плюс это еще не только клеточный сок пихты сибирской, он еще обогащен, получается, и железом, и всем. Он, во-первых, укрепляет иммунитет, во-вторых, это эффективная защита от свободных радикалов, в-третьих, это повышение физической и умственной работоспособности и натуральный источник железа. По идее, нужно 10 капель наводить на 100-200 мл жидкости, пьете вкус такой елочки, объем 30 мл, в общем, у меня 2 есть, еще 2, то есть я беру с собой на 5-х 4 штуки, чтобы пили все в каждом номере, чтобы было. Это очень важно. Дальше. Акваспрей, освежитель для воздуха. Девчонки заказали тропический бриз. Артикул 30-326. Так, вот им я буду отдавать. Так, это тоже акваптический бриз у них. Так, это у нас идет маска для волос 0197 с морожкой. Она питает сухие и ломкие волосы. Поэтому, да, она очень клевая. Открывать тоже не имею права. Дальше. Шампунчики. Маленькие шампунчики. Питание и блеск. 250 миллилитров. Артикул 87-42. Очень они мне, кстати, нравятся. Это действительно приятный аромат, все такое прочее. С огромной пользой волосам они идут. Особенно для натуральных волос. У меня Катюшка очень идти любит шампуни. Дальше морожка. Это у нас идет универсальный бальзам для всех типов волос. Весьма достойный. Артикул 0194. То есть, неважно, жирная, сухая голова. Он для всех типов волос. Это у нас пена для бритья. Тоже не моя. Артикул 0533 с ароматом ланселота. Дальше, значит, еще ромашка. А, питание и блеск. Так, девчонки набрали. То же самое. И один большой шампунь. Объем и густота с артикулом 1272. Вот такой вот прям большущий шампунчик один. Объем и густота. Дальше зубную пасту заказали. Живица кедра моя, кстати, любимая. 2444. Одна из самых любимых. Крапивного шампуня, видите, у меня набрали. Он идет как укрепляющий. Шампунь крапива — это вообще жгучее чудо природы. Оно укрепляет и наделяет волосы силой, обогащает полезными микроэлементами, хлорофиллом. Оно неустанно работает для красоты ваших волос, оздоравливая и укрепляя их день за днем. Артикул 2914, 380 миллилитров. Так, что у меня еще заказали? Универсальный спрей пятновыводитель 301-51. Эта красота всем уже известна, про нее долго можно не говорить, потому что это просто фаворит семьи Кононовых и многих-многих-многих людей. Так, ну и последнее, что в этой коробочке есть, это мыло для кухни, устраняющее запахи, земляничка. Лесная земляника. Оно убирает неприятные запахи, ну, соответственно, еще и моет что-нибудь, если захотите. Далее, следующая коробка. Тут вроде бы меньше всех, больше всех, непонятно. Во-первых, гель для душа мужской Дон Леон. 2 восьмерки 3 ноля. Не очень люблю этот сладкий аромат, но вот девчонкам он понравился, они его заказали. Тонкая шлифовка, скраб для рук. Увидели у меня в обзоре. Представляете, увидели у меня в обзоре. И дождались карточек твой бонус и заказали. В общем, 13,95. Это очень классный скраб для рук. Еще одна паста живица кедра. 24,44. Тут у нас идут витамины. А, это, кстати, две упаковки витамин там должно быть. Их мне заказали в подарок. Я их себе взяла. Почему в подарок? Потому что те, кто идут как участники Faberlic Drive, это все получают в подарочек. Должно быть две штучки сейчас таких попасть. Здесь это мне. Они стоят 1800. Ну и вот 4 штуки под Катей и под собой я заказала в подарок. Обалденно, просто обалденно. Это поддержка сна и биоритмов. Очень классная штука. Так, дальше купоны. Купоны, химический пилинг, артикул 13,94. Ну, я вам его показывала, у меня его только так разбирают, очень много берут, поэтому, если не пробовали, попробуйте обязательно. Далее, шаг третий, это крем для рук, жидкая перчатка, артикул 20,96. Это сыворотка SPF 15. Она идет как невесомая водостойкая и комфортная формула, легко распределяется по коже, содержит масло манго, низкомолекулярный гиалуронат натрия, трегалозу, витамин Е, все
это замедляет старение, снижает потерю влаги, увеличивает эластичность. В общем, ну еще и SPF. Очень удобно, да, сыворотку нанес поверх любой ухаживающий крем и пошел-поехал. Дальше D3, 2000 международных единиц, взрослый 157-77. Я пью его по 4 штуки в день такой, то есть 8000 в день я пью. Так, дальше, опять-таки, это тоже не мне. Это лифтинг-маска с антивозрастным комплексом 0654 и 0652. Это ночной крем для лица. Так, а вот и биоритмы, еще одна упаковочка. Так, тут еще один чек. А вот, как вы видите, скидка 4996 рублей. Получается 2 штуки за 11 рублей. Так, дальше. Тут у нас что? На 2000 рублей. Это у меня идет, ну, набор того, чего мне нужно, в принципе, да. Bowel Support. Это поддержка кишечника с артикулом 156-88. Тоже попьем поддержку кишечника обязательно. Дальше. Это у нас кислородный мозг для глубокого очищения лица. Это тоже не мне. 57,93. Тут очень мало что мне в этой коробке. Так, там пакетик рублевый получается, я забыла удалить. Ну и средство для очищения в ванной 302,21. Наше, наверное, самое любимое. Концентрированный гель для мытья посуды 301,03. И средство для чистки духовок и плит сила цитрусов 301,19. В принципе, все. Больше половины не мое, что-то да мое. Так, решила еще перед отъездом отснять ряд пустышек и объединить его с видео. Смотрите, значит, у меня закончилось совсем немножко, совсем чуть-чуть, поэтому расскажу свои впечатления о том, что уже закончилось. Во-первых, концентрированный гель для стирки черного белья. Он эффективно удаляет пятна при низких температурах, он не оставляет разводов и делает черный еще чернее. Хватает его на 20 стирок, артикул 118-41. Нравится, из года в год берем, покупаем. Формулы все время улучшаются, поэтому мне прям нравится. Дальше. Ультракондиционер для белья 308,50. Кстати, очень понравился тут моему новому покупателю. Хочет заказать еще побольше. Я говорю, ну окей, заказывай. Дальше 118,53. Это мой любимый аромат, восточный пиончик. Дальше закончилась упаковочка салфеток-ловушек для защиты одежды от окрашивания. 308,44. Очень хорошо работает. Универсальный спрей пятновыводитель 301,51. Нежный такой спрейчик. Средняя артиллерия, как я называю. С артикулом 308,47. Парфюм для стирки в гранулах. Тоже вкуснятина еще там. Биопятновыводители с нашей Викторией Антоновной уходят только так. Да, это для белых и цветных тканей подходит. Артикул 30027. И биопятновыводитель универсальный, тоже для белого и цветного. Но чем они отличаются? Этот обычный, это для жесткой воды. Вот. У кого жесткая вода, конечно, Хонгдонг Гриль не брать лучше. Артикул 119,84. Закончился бальзам глубокое восстановление. Слушайте, ну довольно-таки классный бальзам. Мне понравился. Я его, кстати, уронила, крышку сломала. Ну, я думаю, ничего страшного. Самое главное действие. Артикул 1881. Он идет с маслом омлы и с биотехнологическим комплексом, который насыщает питательными веществами. Действительно, волосы после него, знаете, такие склизенькие, ухоженные, рассыпчатые, не магнитятся, мягкие такие, как бы приятные. И что приятный бонус, он идет для всех типов волос. Так, санитайзер 17,02 в каждом обзоре. Так, это, по идее, спрей для тела. Но я их вот набрала по новинкам, везде смотрю, господи, с 1 января стоит 23 года, и я его просто где-то по квартире, где-то что-то избрызгала, где-то в уборных. В общем, 29,12, я так и не поняла, зачем он мне нужен. Так, универсальное средство антибактериальное против бактерий и вирусов. Это мы используем для обеззараживания ручек дверей. Иногда мойку на кухне обрабатываем. Ну, в основном он у нас уходит в робот-пылесос. 301,36. Артикул. Пара штучек закончилась. Ну, тут совсем, вот знаете, вот недельки две, наверное, вот этого вот всего, кроме вот кофе. Да, кофе я в прошлый раз просто не сняла, накопилось. Так, крем для чистки металлических поверхностей. 111,58. Еще старую версию до расходу. Еще одна баночка старой версии осталась. Сейчас уже новый у них артикул. Так, лимонная свежесть. Это микрогранулы чистоты. Чистящий крем универсальный. Очень достойный. 302,53 артикул. Все очищает. Чистили мы тут кресло. Пришлось прям почистить. Это
это называется сухая чистка против пятен. Формула глубокой очистки быстро удаляет сложные загрязнения. В общем-то, отлично. Отлично, отлично. 302.52. Так, сухой шампунь. Буквально сегодня закончился на момент съемки видео 27.02. Очень нравится, клевый, классный. Для брюнеток есть темный шампунь, для блондинок вот светленький шампунчик. Это использовала Катюша, бальзам питания и блеск с артикулом 8748. Ну, конечно, он ей очень сильно нравится, потому что у нее натуральные волосы, ей прям он и зашел. Для меня он, как для пережженной блондинки, которая жжется более 20 лет, конечно, он слабоват. Шампунь-гель для душа, 2 в 1, мужской. Называется очень интересно Анкокагуа или Анкокагуа, в общем, не знаю, 69-62М. В общем, не знаю, что это значит. Артикул 2762. Муж израсходовал. Ну, слушайте, запах у него такая, знаете, перчинка, горчинка, остринка, что-то такое вот. Не знаю, мне не особо, муж кайфанул, сказал, что ему нравится. То есть вот таким образом. А так, по идее, гель как гель. Три маски закончилось. Значит, первая Smart Keratin. Да, видите, какой круговорот товарооборота в природе. Семья Кононовых. 8248 Smart Keratin. И два с артикулом 8212 ценные масла. Это очень питательные, хорошие, с большим объемом масочки. В общем-то, великолепно. Так, далее мои ручки самые душистые. Это детское мыло с ароматом малинки 23.88. Далее очень достойный, мега достойный увлажняющий тоник для лица 28.21. Вот вы знаете, прям подсела на него, подсела. Прям хочется и хочется им пользоваться. Вот прям очень мне нравится. У него и цвет, и вкус, и запах, и консистенция, и вообще тонизирующие вещества. В общем, все очень-очень-очень достойно. Так, дальше. Одна из моих любимейших масок с артикулом 0744. Это глиняная маска. Пахнет тоже как глинка. Драгоценная маска красоты. Очищение и увлажнение. Время от времени я ее делаю. По идее, гардерика у нас идет 40+. Ну, вот у меня 2 октября шлепнуло 40, поэтому это уже моя маска. Хотя раньше я говорила, о, мне еще рано. В общем, я еще делаю маски Renovage и Матридженик. Так вот, я думаю, что эти пока мне еще рано делать, поэтому я делаю их реже. А эту теперь хоть каждый день получается. Так, с артиклом 5806 наш универсальный кислородный бальзам. У него просто масса положительных отзывов. Тут недавно опять удивилась, прочитала, девчонки им лечат даже геморрой, представляете, вот после родовой. Я просто в шоке была. Даже это, думаю, ну вообще просто бомба средства в домашнюю аптечку. Ну мы всегда его с собой берем. Вот мы сейчас поехали в дорогу, мы взяли 2 малофтелина, 2 кислородных бальзама и 2 геля Signum One. Мы уезжаем практически на месяц, и нам нужно, чтобы он был у нас под рукой. То есть 2-2-2 мы заказали. И вот один из этих 5806. У нас еще в Москве будет наша же конференция. Так, очень хвалю крем для контура глаз и губ. Коррекция морщин. Артикул 0655, 30 мл. Действительно достойный. Действительно разглаживает. Действительно поднимает века. В общем, 0655. Кому 35+, попробуйте. Мне, даже мне, 40-летней женщине, с кучей вредных привычек. Я много ем сладкого. Я очень много езжу, я нарушаю циркадные ритмы только так, я могу выпить несколько кружек кофе за день, в общем, не очень-то хорошо себя веду, но крем справился даже со мной, представляете? 0,655. Очень тоже хочу похвалить питательное масло для ногтей и кутикулы, оно, в принципе, уйдет симпатичное, вот с такой вот пипеточкой. Очень вкусно пахнет, хорошо впитывается, но я бы вот не сказала, что, конечно, быстро, но действие у него отличнейшее. Артикул 7645. Тут у нас получается экстракт черной розы в составе. Увлажняет, смягчает, придает эластичность, замедляет рост кутикулы. Предотвращает появление трещин и заусенцев. Также стимулирует здоровый рост ногтей, интенсивно питает, укрепляет, насыщает витаминами. В общем, тут органа, жажаба, авокадо и миндаль, которые преображают слабые ногти, склонные к сухости и сколам. Но не забывайте, что волосы, ногти и так далее, это, конечно, D3, омега, цинк, селен. Это вот это про ту историю, а не то, что вы тут помазали, и вдруг у вас там селен нормального уровня стал. Нет, конечно, косметический ремонт нужен и важен, я так считаю, но и изнутри нужно кушать. Вот, например, в бразильском орехе очень много селена. Если вы боитесь покупать БАД под названием селен, то, пожалуйста, кушайте бразильский.
бразильский орех. То же самое D3, да, то есть печень трески, например, покушайте там с месяцок, там 2-3 раза в недельку. Омега-3 это полиненасыщенные жирные кислоты, пожалуйста, покушайте с красной рыбки побольше. Хотя бы, там, не знаю, 3 раза в неделю красную рыбку надо кушать, если не хочется там пить омегу, например, да. То есть это все, в принципе, можно. Самое главное, следите за этим, за всем. Питательное масло для ногтей и кутикулы мне понравилось. Но скоро еще будет и еще новинки масел. Так вот, могу сказать, что это масло по питательности нисколько не уступает, но по удобству все-таки уступает немножечко другим маслам. Поэтому вот я могу сказать, что есть и лучше в компании Faberlic, хотя это тоже на высоте. Дальше, шелуха подорожника псиллиум, печем на ней выпечку. Рецепт вот тут теперь будет, да, всегда, потому что очень много кто обиделся, что я там не заметила комментарий, не выслала рецепт и так далее. В общем, прошу меня простить, да, я на самом деле с кучей поездок, ну, иногда пропускаю комментарии, я думаю, на меня не стоит обижаться, потому что я не со зла. Артикул 157-64, на самом деле, вот тут указано, как его пить, чтобы очистить свой организм, и вообще, чтобы пить псиллиум, он действительно очень много выводит пакости из организма, но нужно много пить воды, безумно нужно много пить воды, прямо чтобы 1,5 литра в день как минимум воды вы выпивали, если вы пьете псиллиум, шелуху подорожника. Но мы на самом деле на нем печем. Дальше, D3, как раз таки вот D3, это 157-77, все знаете, что без D3 фиг даже похудеешь, и не то, что там все остальное. Кстати, D3, мне мой врач сказал, что это еще и мощное противовирусное средство. Вот, например, вы заболели, выпейте D3, допустим, 12 тысяч международных единиц сразу, то есть одна капсулка 2000, а вы выпейте 12 тысяч сразу же, и вы можете не разболеться. Я об этом вообще впервые слышу, но прям рада, что нами такое рассказывают. Дигидрокверцетин 157-90, это тоже, кстати, иммунитет, сердце, мозги, то есть все это вот влияет на развитие. Так, омега-3. Значит, вот у нас две баночки закончилось, 157-79, именно омега-3, а не 3-6-9. Дальше антипаразитный комплекс, 157-63. Викуська тут ходила в бассейн, 10-леточка наша, и вот мы ее антипаразитиком пропили на всякий случай. Потому что, оказывается, если в кишечнике много патогенной микрофлоры, дети очень часто болеют простудными заболеваниями, у них насморк, слизь у нас сюда, вот это вот все кашель, потому что мы же единая система, если много патогенок, да, в кишечнике, то и везде будет. 157-61 кальций К2. Его нужно обязательно с D3 вместе принимать, чтобы он хорошо усвоился. Дальше магнезиум хелат. Хелатная форма магния. Артикул 158-01. Очень нравится. У меня почему-то муж с него засыпает, если честно. Он днем выпил две штуки, говорит, не могу, спать хочу. На меня он так не действует. Я пью по две штуки через час после еды. Мне очень нравится. Через час после завтрака две штуки выпиваю, мне наоборот лучше. У меня даже бодрость какая-то прибавляется. А он с него засыпает, поэтому он магний пьет именно на ночь. Так, дальше. Энзи Пауэр. Это пищеварительная система. Артикул 157-33 пропила тут. Дальше, значит, мужская формула Сигнум 16. Он содержит пептид-комплекс 16, а также уникальное синергетическое сочетание природного и органического цинка для сохранения мужского здоровья. Состав у него тут очень интересный. И D3, и селен, и Сигнум 16. Масло тыквенное, масло льняное, масло черного тмина, масло грецкого ореха, масло кедровое и кедровая живица. В общем, обалденный состав, очень крутой, всем рекомендую. Муж у меня прям в спортзалы везде забегал с этого средства. 158-30, очень хорошая штука. Так, ливер суппорт, это поддержка печени. Артикул 156-86. Но если вы хотя бы раз в неделю едите жареные, то вам уже его надо попить. Месяц пьете, месяц перерыв, месяц пьете, то есть таким вот образом. Дальше, иммуномодулятор Форте. Это просто сказка, а не БАД. Артикул 156-79. Это, наверное, самый востребованный БАД в семье Кононовых. Кто-то где-то чихнул, кашлянул, кого-то продуло. Да просто так пропить. В общем-то, да, то есть очень классная штука. Тут, кстати, и дигидрокверцетин, и железо, витамин С, витамин D. Есть йод, куркумин, перец черный и бета-глюканы. Очень хорошая штука, 156-79. Я его пила первый раз месяца 3, наверное. Да, мой врач сказала, пей 3 месяца, не слушай никого, никаких перерывов не делай. Она у меня нутрициолог, диетолог, педиатр, общая практика, 25 лет стаж. То есть у нее там очень все, она очень умная у меня девушка, Елена Аркадьевна моя. И вот она как раз таки мне сказала, что это можно вообще, вот такие 3 месяца пропила, и на постоянной основе оставить по одной штучке с утра, как бы полдозы, да, то есть 2 дозы же, 2 капсулы в день дозы, да, то есть по одной штучке с утра за 40 минут до еды. Можешь, говорит, оставлять, и, говорит, пить, и, говорит, все хорошо у тебя будет. Ну что, ребята, могу сказать, пропила я вот этот БАД контроль сахара,
И действительно, сахара не хочется, конфетку скушать не хочется. Артикул 156.83, как-то вот хорошо с него стало, меньше хочется сладкого. Но я еще пропила поддержку кишечника. Обычно патогенная микрофлора просит сахар. Если сахара очень сильно хочется, то вот нужно пропить контроль сахара и антипаразит обязательно. Особенно если вот у ребенка прямо невозможно, он хочет сладкого, все, сразу можно пить антипаразит. Или грибки бушуют, или плесень, или гельминты, или микроорганизмы. Кто-то чего-то делает. Там такое, что вот у ребенка есть огромное желание что-то вот сожрать, прошу прощения. Так, кофе «Добрый день». Не вижу его давным-давно в каталоге. Он почему-то фигурирует в распродаже. Мой любимый кофе, 16.049 артикул. Куча баночек, вот даже не знаю. Все, кто к нам приезжают, приходят, все у меня его покупают. Я позавчера сделала заказ опять на 20 банок. Но неужели он не ходовой? Понять не могу. Артикул 3071. Это такой корректор, филлер глубоких морщин. Очень мне нравится. Он жирный очень. Если его чуть-чуть побольше нанесете, то с ним удобно бесконечно долго можно делать массаж лица. И причем он так все классно выправляет. Я перед любым важным событием наношу его потолще, делаю массажик, могу сходить там позавтракать где-то в отеле, пообедать, а потом прийти и излишки удалить. Штука безумно для меня лично прямо суперская. Да, медленно вам покажу аннотацию, потому что он меня покорил. Я его заказываю на постоянной основе очень долго. И могу вам сказать, что это прям вот состав. Вот давайте вот так поставьте на паузу, посмотрите состав, кому хочется, да. Вот, и тут идет способ применения. То есть, по идее, его не надо больно-то долго, но надо 30 дней на постоянной основе. Но я его не на постоянной основе применяю, потому что мне немножечко лень. Вот, 3071. Я не совсем постоянно. Я в бизнесе постоянно, а за собой я что-нибудь разненькое все люблю. А вот этот малофтилин, кстати, который мы две штуки с собой в дорогу взяли, 709.12 артикул. Так, концентрат против выпадения волос. Хвалю. Прямо очень хвалю. Артикул 83.50. Просто супер. Это просто то, что должно быть в доме, я не знаю, у каждого, кто нервничает, переживает. Вот понервничали, особенно те, кто вот склонен к выпадению волос, там женщины, мужчины и так далее, понервничали, вот сразу бегом втирайте. После первого мытья головы повтирали, у вас действительно уже будет эффект, действительно будет результат. Просто шикарная штука. Артикул 83.50. Ну и осталось тут куча пакетиков всяких разных. Во-первых, зубная паста для чувствительных зубов. Мгновенное снижение чувствительности. Артикул 16.50. 57. Так, зубная паста. Вот это мне не понравилось. Она идет мятно-кокосовая. Тут идет отбеливание для чувствительных зубов. Ничего она у меня не отбелила, да еще и кокосом. Очень невкусно. Не знаю, мне не понравилось. Артикул 22.14. Далее чай гидрейн очищение. Ой, вы знаете, штука великолепнейшая. Ну, я так понимаю, из-за коры крушины настает очень быстрая пристальтика на следующий день. Ну, конечно, не бегом до туалета, да, там глаза по 5 рублей, да, а именно, что нормально, комфортно, клево, классно и по многу. То есть, ну, как бы вообще хорошо. Артикул 157.71. Просто безумно шикарный состав, от которого я вот лично до кайфую. Поставьте на паузу, почитайте. Мне кажется, в каждом доме это должно быть. Прямо должно быть, потому что прям я кайфанула с него. Дальше бронха. Все мы тут покашляли, ну кроме меня, потому что я одна стабильно пью БАДы. Муж начинает пить БАДы, когда уже заболел. Я говорю, ну конечно. А пить БАДы, чтобы не заболеть? Хотя бы, говорю, омегу, D3 и дигидрокверцетин. Ну хотя бы после завтрака по одной всего выпить. Почему бы нет? Ну хотя ему надо все по две, он же у меня большой. 156.69 артикул. Очень хорошо помогает. Вот посмотрите состав. То есть очень хорошо помогает. Мы один пакетик дочке заваривали, она у нас кашляет, два пакетика заваривали мужу. Если пить на постоянной основе, да еще и пару раз в день или хотя бы в день по кружечке, то кашель проходит очень быстро начинает отхаркиваться куча пакостей, прямо мгновенно, в общем, великолепно, великолепно. Салфетки от пятен, прошла ряд фотосессий, 305.52. Вы представляете нам, еще один малофтилин, представляете нам, веки в школе подсунули какой-то полупорченный сок. Вике стало с него плохо, мы пошли в ресторан на фотосессию вместе с Викуськой, и ее там вырвало прямо у всех на виду, и вот почти пачку салфеток мы израсходовали, чтобы привести Вику в порядок. Но привели, все отлично, замечательно, никаких пятен, разводов, но я просто в шоке. Мы думали, ей будет плохо, ждали, она через 3 минуты села и говорит, я хочу кушать, и заказала себе еще макароны, съела, и все было хорошо. Ну, что-то вот суп не очень хороший. И потом другие дети в чате тоже начали жаловаться на этот суп. Ни одной Вике, оказывается, было плохо. Я так испугалась.
испугалась, думала, господи, не дай бог на какую-нибудь инфекцию цепанула. Но ничего, все обошлось хорошо. Артикул 112-88, 20 штучек, вот такие вот ежедневочки, прокладочки. Дальше коралловый кальций, конечно, его должно закончиться больше. То мы то забываем, то добавляем, но стараемся не забывать. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды с артикулом 157-30. Влажные салфетки для интимной гигиены. Используем их не только для интимной, для всего на свете 20-67, когда пригодятся. Влажная туалетная бумага, 40 листов. Люблю ее в туалете использовать. Артикул 30-400. Очень мне, кстати, помогает. Хотя у нас есть гигиенический душ, но уж это надо включать. Где-то еще ежедневки, где-то что-то полотенце искать. В общем-то, не особо удобно. Я не знаю, откуда у нас эти салфетки. Их в туалет наличии нет. Вот, но они у нас есть. Но в наличии их на сайте давно-давно нету. Так, дальше эти салфетки, влажные салфетки. Господи, какой у них приятный аромат. Просто обалдеть, не встать. Артикул 2607. Ну и последнее, это мои любимки. Заканчиваются по 1-2 пачки раз в месяц. 115-50 артикул.